Привет, ребят! Я хочу вас пригласить на марафон «Возможности меня», который состоится 6 мая. Этот марафон откроет вам новое качество в вашей жизни, новое качество самого себя. В этом марафоне мы с вами поговорим, что такое страхи, откуда они, почему они вас держат, почему не отпускают, что мешает вам раскапсулировать их, какие ваши действия приводят к одному и тому же результату, что даст вам этот марафон. После этого марафона вы узнаете, откуда у нас появилась еда, почему она так вас прельщает, почему не отпускает, почему эти эмоции так важны. Наверное, это не просто эмоции, это не просто привычка. Это просто недопонимание, что происходит с вашим телом, когда поступает туда еда. Как поступила вообще еда, как она пришла в вашу жизнь? Почему она настолько глубоко укоренилась? Почему она мешает вам осознавать те вещи, которые лежат на поверхности? Обо всем этом мы с вами поговорим на марафоне «Возможности меня». После этого марафона у вас уже не будет прежней жизни. У вас она откроется другими красками. Вы увидите другую глубину. Вы выйдете новыми с этого марафона. Присоединяйся. Я жду тебя.